Как тут залазить сейчас теперь? Хозяйка, рассказывай. Что? Как докатились до жизни такой? Это не я. Все понятно, все понятно. Это не я. Это к он, тебе. Это он виноват. Это к нему, да. Да. Господи. Да, теперь не залезть. Вот, да как пролезть-то тут у нас? Тяжело теперь, видишь, получается. Ой, я просто неудобно. Блин, я этот забыл. Ну ладно. Сейчас попозже. Так, все, мы делаем обзор по просьбе телезрителей. Хорошо. Вот, поэтому, уважаемые телезрители, слушайте внимательно и не говорите, что вы не слышали, да? Мы особо говорим, не знаем, что. Смотрите просто. Так, да я потом расскажу, там, длина 13 метров, 14, давай, короче, вообще, пусть, чтобы все завидовали больше. Да. Вот, да, все, короче. Не завидуйте, это страшно. Так, да. То есть ты подтверждаешь, да, что про сейлинг всю правду мы говорим четко. Да, четко, блин, так и было уже. Четко приехали, да, все, сразу в мусорке, на холодильник. Шикарнейший, кстати, уже. Посмотрели ценник, 1200 евро. Люди, да. Так что свободно приезжайте, там все валяйте. Понятно. Так, у тебя, короче, мачты складываются, да? Вроде как, да. Да, вот посмотрите, короче. Убираешь риггинг и... Мачты кладутся. Они как-то должны как-то так уходить. И пусть туда кладутся. Хорошо, да. Дальше. Давай, короче, рассказывай. Так, электролебедка. Так, бушприт. Варен в лодку вообще напрочь. Большая что, Генуя? Ну, так. До мачты или дальше? Ты знаешь, она доходит отсюда. Значит, это да. Большая, это Генуя большая. Хорошая. Хорошая большая Генуя, отлично. Поздравляю. Так, электролебедка. 12-вольтовая, да? То есть у тебя вся система 12 вольт? Да, 12 или... вольт, кроме холодильника, но у него есть какой-то там свой. Понятно. Так, здесь у нас вход в каюту или это здесь... Да, это вход в каюту. Ну, в смысле, я имею... Нет, потом посмотрим. Нет, я имею в виду, у многих там техническая всякая такая... Нет, тут маленькая. Техническая, можно залезть. Да, ну это я там ящик... Да, цепной. Ящик, якорная цепь. И всякая ерунда, да. Да. Вот это, кстати, вообще классный якорь. Обалдеть. У нас еще какой-то такой где-то есть. Да? Это у нас еще под полом. Вот это просто... это, ну это аварийный, он прям безупречный. Шикарный. Ты его просто очень кидаешь хорошо. И ты встал навсегда. Серьезно, да. В Англии он называется рабачий якорь. В России адмиралтейский. Хорошо. Всяко по-разному. Зацениваем. Смотри, какая вот, у нас ну, моторчик да. Сломался. Моторчик сломался, деньги кончились. На скрутке, да? Да. Ну, реально работает нормально. Все. Я так понял, ты это вот это сделал, чтобы оно... Это я взял да, то, что было, тупо вырезал. Ну, работает? Работает нормально. Все, вопросов нет. Вопрос сиф нет. На самом деле решение. Одно правило. Нет правил. Да. No rules. Надо было убраться оттуда. И убрались. Вообще все наживное. Мы сами сколько думали, как же так, что кого, и все стало намного лучше. Само по себе. Так, и что вы говорите, 6 банок краски изнатели на палубу? Дети маленькие красители, ну знаешь, это первый раз они красили. Ага, понятно. Здравствуйте. Ничего, мы еще их заставим перекрасить. Там старшая красила, здесь средняя. Видно, а конец, сразу в том, а конец младший скрасил. Качество сразу. А, понятно. Ничего. То есть, ну, надо будет перекрашивать все это дело. Видишь, квадратики уже стерлись. Надо будет заново сделать. А тут старый капитан вот шикарно вошел. Он насыпал песка и красочек по сверху. Нет, это вообще штука-то рабочая. Да, вполне работает. Мы также думаем это все. Так, это шхуна. Да, она. У тебя здесь поменьше парус, там ну, большой. Привет. Так, 3, там где-то 4. 4,20, по-моему, 4,20. Понятно. Мачта 12 метров. Высоту. Да.
Ну да, да. Так, вот это у тебя рундук, э? Это у меня. Или спасплот? Спасплот должен быть. Но ты не скажешь, что внутри. Понятно. Не говори. Не будем говорить о том, что. Там венчик есть, да? Да. Ну, по принципе, запасы. Все. Так, вот это у тебя что за крышечка? А это выходит из... Это вентиляция. То есть можно открыть и... Нет, это реально выдувает, там вентилятор даже снизу. Все, я понял, я понял. Там туалет и ванная. Алюминиевую трубу ты на всякий случай взял. Правильно. Все. Все. Нет, она тут жила. Она местная. Ну, ты ее не выкинул. Все так и было. Мы вообще реально ничего не выкинули пока что, потому что не понимаем. Что надо, что не надо. То есть ты никогда не знаешь, что узнаешь? Да. Только так. Теперь аккуратно. Я про шпуны только в книжках видел. Красивые картины. Максимум. Все понятно. Теперь аккуратно, вы утром переложили. Да, я помню, это... очень аккуратно, честно. Да, вот такая штука, но вы поймите, что сейлинг, он такой, бессмысленный и беспощадный. То есть, хочешь жить, умей нагибаться. Так и так. Главное вовремя. Да, мы только привыкли к одной высоте. Сейчас ко второй нам привыкать. Так, вот это, что ты тянешь сюда, Геную? Да. Так, сюда ты тянешь Геную, куда потом стопоришь? Да. Вот чечка. Так, здесь у тебя наружное управление, здесь ты штурвалишь, когда заходишь в порт. Да? И здесь у тебя одна ручка управления или внутри еще есть? Нет. К сожалению, нет, я уже хочу. Очень странно. Да. Ну ладно, это ничего, в принципе, так, должно быть. Так, что у вас со входом? Вот у вас не с одним большим минусом. С одним большим. Выбирать бутылочку. Бутылочка? Нет, надо резиночку натянуть, либо, щеголдочку, либо... Мы еще не придумали. Вот. Мы сегодня поняли. Ну, то есть вы, закрываете и накрываете, и закрываете, и все. Да, все работает. Я вхожу, показывайте свою достопримечательность. Так, да, вот спуск, то есть все, здесь держишься, здесь ты стоишь. И стараюсь его увидеть. Офигеть, как в подводной лодке. Да, да. На самом деле. Обалдеть. Пушку надо сверху ставить. Там мне сразу сказали, да. Интересно как. Да. Здесь столько приборов, как будто ты собрался кокаин из Колумбии возить. Под водой. Далеко. Или под водой. Да. Ну да, все, заценил. Так вот это вообще что-то невероятное. Это пуск торпедного. Да, да, это открытие торпедного отсека, подготовка ракеты и пуск ракеты. Слева, справа. Все правильно, хорошо. Да. Там все нормально. Шикарненько. Слушай, видишь, даже есть картиночка. Даже. Да ладно, серьезно? Да, серьезно. Ну все шикарно. Что-то невероятное. Реально, так, люблю. Что у тебя там дальше еще всякие технические вещи? А тут нет. Тут, карта. По-моему, карточный столик. Ну, так как это уже... Покер, спасенс или покер? Нет, покер, может. Видишь, и есть карты тоже там. Да я понял, господи, я понял. Это, нет, это не даже это дурацкая шутка вообще. Они еще сохранились, я к этому вела. Да. То есть, если что, вдруг мы можем... Там прохода нет у тебя? Там прохода нет, да. Ну ладно. Так, это а здесь у вас можно вообще играть в футбол? Ну, покер. Ну, покер мы его, чтобы у старого капитана были все вот эти так, правила. Видно было, что он, в общем, врубался в карты. Добрый. Очень хорошо. Да. Очень хорошо. Вечер вообще шикарно. Мне нравится. Дедушка. Да, дедушка. Ролан себе там полочку забрал для вещей, потому что ему место... Понятно. Все очень неудобно, но стильно, да. Да, очень интересно. Здесь хорошо, у нас все ясно. Здесь вот она записалась. Здесь дамский вариант, поэтому. Так, а под кроватью паруса. Так, да, все. Здесь классические часы и барометр. Что еще есть такое, от чего мы в восторге? Ты знаешь, моторная была бы, но там сейчас страшный бардак. Она реально уже мастерская. Моторный отсек? Да, да. Понятно. Там есть реально моторный отсек, но там страшный бардак, ужасный. Потому что все повалилось, когда мы ночью шли. Фил, давай отойдем. Подожди, ну тут у нас ребенок занят. Да, страшно. Ребенок занят, хорошо. Да. Так, а это что? Куда мы сейчас пошли? Так, мы сейчас идем пошли. Дальше. Так, хорошо, здесь есть дверь. Здесь есть... понимаете, здесь есть коврик на полу. Да.
то есть, ребята, ну, все, Атас, так, здесь да. Умывальник, душ. Да, там где-то туалет, который был, это работает. Здесь кормовая кабинка, посмотрите, она очень большая, хорошая и завидуйте молча называется. Вот здесь шкафы, все дела. Это тебя поел, взять просто там. Да. Центр все поднимается, все здесь под кроватью выливаем, можно вытащить здесь. Если это аварийный. Да, аварийный можно вытащить. Все хорошо, правильно сделано. Да. Все. Так, вот это чтобы голова. Это чтобы мы привыкли, пока уже не привыкли. Так, а здесь ты хочешь мне показать? Ну, даже не знаю, если там, вот, вот там жуткий срач сейчас, вот, реально вот там мастерская. Вот. Офигеть, как я классно! Да, сам... Там, видишь, все попадало, там просто да, надо будет... Да, вы еще не сами... Филипп, иди сюда. Нет, солнышко, это реальное, в общем, место вот, мечты. Там, здесь можно зайти. Да. Холодильник есть, да, двигатель. Вот это генератор, да, я так понял? Это генератор, да, который подзаряжает. Здесь так тепло. Но здесь просто нереально жарко. Все выпало. Вот это выхлопная, ну, да, у тебя стоит, там да? Все да, повылетало. Да, сюда же заходит все. Так, смотри, у тебя, короче, немножко здесь это сажа. Значит, выхлопный герметичен. Осторожнее с этой фигней, это может быть очень опасно. Да. Это офигенно, может быть, все опасно. Ну, вытяжку мы все включаем, там есть вечный вентилятор, вот как раз тот, который... Снимает. Да, вот он, да, вот классический вентилятор моторного отсека, да. Все, хорошо. Это же просто праздник какой-то, чудо. Да. Все, я выхожу. Так, в моторный отсек, куда можно зайти, закрыть дверь, завидуйте молча. Все. Ха-ха-ха. Как-то так. Типа. Главный прикол, что вот ты зайдешь, вот знаешь, как мы там шатаемся, хрен видишь. Все, блин. Если один садишь, все, ты там навек. Железные свои. Ну ладно, между прочим, вот зря вы на вот эту вот штуку, это не низко. Подавляющее большинство яхт гораздо ниже приема. Ну, вы пока привыкли. Да, серьезно, подавляющее. Я вот работал в Андестате у одного польского товарища. Я вот так вот ходил. Все проходы вот такие вот. И выходы вот такие. Поэтому не комплексуйте по этому поводу. Там, по-моему, мальчик сидит. Нет, мальчика нету. Вон свет там включается. А, свет там включается. Мальчик уже тут сидит. Мальчик вышел. А это туалет. Да, туалетик. Все, но класс. Он не очень так. А у тебя он электрический или ручной? Электрический. Вот там кнопочка на стенке. Да, но ты говоришь, что-то он не работает, да? Да, не все. Все ну, не это работает. Нажимаю, это вы разберетесь. Но он работает очень странно. А ты портрет дедушки снял? Да. Там. Ну да, это какой-то да. Герой гражданской войны в Соединенных Штатах. Подержи ребенку карандаш. Нет, это настоящий немец. Думаю, что... Так, здесь все задувает, да? Задавал. О, хорошо. Подожди, еще где-то было. Глубоко вот там вот сейчас под поёлами? Глубокий? Давай посмотрим ну, одну. Да, можно вот. Легко открывается, вот да, видите? Да, на самом деле я хочу. Не очень легко, потом надо позадеть. Подожди, там всё такое. Затвёртку не задеть. Я могу я открыть без затвёртку. Дай открыть. Да, дай открыть. Не получается. Носорелия называется. Нет, они были такие все. А, ну здесь у тебя рундук, да? Да, рундук. Вот, а главное, да, вот насос на бильже стоит правильный. Да. Чем меньше он работает, тем дольше служит. Ну, вот, конечно, да, но это, к сожалению, вообще хреново работает. Ну, сварочный аппарат. Ну, сварочный аппарат. Ну, как без сварочного? Да. Вообще не понимаю. Ну, кто говорит, что... Не, ну там, и там. Я просто хотел посмотреть, насколько глубокий, как бы. Ну, вот тут не глубокий, здесь вот. Здесь такие. Не глубоко. Нет, дядя. А, ну ладно. Ну, вот там этот кит внизу. Шмон заполнен. Там вода. Водяными бочками. Не знаю, давайте вода. Я могу дать. Не, ничего. А. Новую кружку. Нет, главное, она... чтобы это не. Вот такая нет. Вот лодка. Ну, вот, не алкоголь, нет, нет алкоголя здесь нет вообще. Не какие-нибудь там алкоголь. Ну, если на секрет, сколько ты за нее дал? Мы там торговались вообще. И за половину суммы, короче, от 20 торговались в итоге с мужиком. От 20? Да. За десятку, да? Да. Ну, такой подарок вообще. Ну, на самом деле, я думаю, да. Да, классно. Ну ладно, пойду завидую себе. Так, смотри, короче, что-то еще хотел спросить. А вот это что такое? Ты снял вот эти
деревяшечки. Да это вообще... Досочки капитанская, там первого помощника, это еще вообще, там каждому свою досочку. Я вообще ничего не понимаю. И что, там задание пишется? Нет. Кушать? А, это кушать? Ну, это... Можешь хлебушек резать. Капитанского. Это Сочистка. Такая карантинная мера, да? Такая? Не, видишь, как чтобы... он, когда мы были у него в гостях, допустим, у них вот он с утра круассанчик разрезал на каждом своих досочки. Да. Чтобы стол свой, не там, портить. Да, да, да. Я содержатель такой. Раскладывать. Да? Да. Вот, подожди, Чуть. Сейчас вот смотрите. Запоминай. Ваши дети не угадали? Гадайте. Что это? Что это? Нам выберите? Нет, подожди. И все положить. О, да. Мозг Сперва. Работает. Залез? Вот, на, держи, Кась. Вот. Это тебе нужно. Это же пирамидка. Да, я сказал, допила, это пирамидка. 4, 5. Хорошо, вот, для 5 персон. Значит, корабль. 5 держателей. То есть все в пятером сели утром. Я даже знаю, кому этот приз переходит, да? Получается, каюты две, да? Носовая и кормовая. Да. Но Роланд сказал, что он не хочет нигде спать, он спит здесь. Угу. Он себе забрал вот эту часть, платье, шкаф. Ну, здесь... Ну, нормально. Но здесь он у нас еще выдержит запас. Все по-спартански. Если пожрать, то решили. А там тоже рамбуки, да? Там то же самое. Там вода, там вода. Там полно жрачки, так как мы собираемся ходить долго. Ну, счастливо. Если у нас вода перестанет течь, где-нибудь. Класс. А лампа, да. Лампа, это лампа снял какая-то? Лампа шикарная. Смотри ее вообще. Это же засвечивает. Рыбка. Рыбка там, да? Засвечивает. Засвечивает. Но с другой стороны, вот это. Во, все. Да. Вот то же самое. Все, пошли, короче, подумаем, куда лебедку поставить. Да, кофе мы будем на улице пить. Очень душно. Очень. Это железная лодка. Я хорошо. Красава. Так, я тебе предлагаю ее поставить вот здесь. И что мы на ней будем поднимать? На ней ты будешь поднимать свой грот, то есть ты здесь ставишь блок, да. Эту штуку через блок и на нее шик. И грот поднять. Да. Чтоб туда не ходить. Ну туда ходить, когда уж большой ветер и волна очень-очень неприятно. Да, очень. Нет. Потом дальше здесь ты с этой лебедкой можешь переставить вот этот молоток и... Ну, там вообще можно. Да здесь сделать. Не надо, короче, ну, да. Да, там можно. Потом эта лебедка ты можешь поднимать свой один через вот этот блок оттуда. Да. Еще эта лебедка мог бы, в общем, этот ролл-фок закрутить. Трубу там. А, сюда. Скрутку. Да. Сюда. Да. Вот, вот, дарю. Это спасибо. Тебе. От нашего корабля вашему. Огромнейшее. Вот. Спасибо. Вашему кораблю. От нашего. Вот такие пироги. Потому что я сегодня днем ходил, смотрел, что-то не хватает. Вот. А я понял, что не хватает лебедки, которая у меня стояла очень давно. Она у меня стояла отдельно на скрутку тоже. То есть у меня как бы две скрутки, это, они были на разные лебедки. Я сделал на одну. Зачем на две? Вообще непонятно. Слушай, вообще идеально на самом деле. Потому что я так замучился. Сейчас я могу блочок поставить и нормально подтянуть, в общем, товарища наверх. Да. Потому что на той это нереально. 60 килограмм это поднять нет. Просто. Не-не-не, да ты чё смеешься, это вообще бред полный. Это не лебедка, это эта штука, она вообще называется как бы, то есть это не винч, это чисто так. Тангер, по-моему, как-то так, да? А, это даже пружинка? Да-да-да. И оп, все. Все, смеешь. Все, прикручиваешь. Да. Слушай, шикарно, слушай, да. Вообще идеально. Вот. Реально не видно. Да, и а здесь ничего нету. Главное, не потеряй вот эти вот штучки. На левом море они под крышкой, ничего никуда не денутся, все. Просто потом супер. Прикручиваешь. Все. Бам, и закрываешь. Вот, ничего. Ну помажешь, короче, чтобы она была свеженькая. Доберемся. Это будет хорошая штука. Как раз не хватает. Мне кажется, что вот эта штука должна быть как раз вот за вот этот крючок. Вот за вот этот крючок. Может
быть. Что-то мне подсказывает. Если ты говоришь, что Гена отправляется где-то вот до сюда, то она такая как бы дуга, и вот как раз к этому крючку она должна вот, вот так вот оттягиваться. То есть... Я поставил, мне не понравилось. Я сейчас заметил, да, когда раскручиваешь, на этом месте как раз есть потерка на шкоте. То есть он терся именно в эти. Не должен. Но он вообще там все странно.